Талантливые юноши и девушки нашей страны за последнее время приняли участие в ряде международных предметных олимпиад. Достойно представили страну молодые люди и на международной олимпиаде во Франции. Порядка 300 старшеклассников встретились в Париже из более чем 80 стран. Каждый должен был решить 9 задач и ответить на 10 вопросов. Основные темы – квантовая химия, наномашины и синтез лекарств. В команде Узбекистана учащиеся академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте. В их копилке две серебряные и две бронзовые медали. А в конце июля в итальянском городе Фьюджи прошел международный конкурс «Все цвета искусства», в котором приняли участие творческие коллективы и отдельные солисты из Австрии, Франции, России, Казахстана, Узбекистана и других стран. Были представлены такие номинации, как хореография, вокал и инструментальное творчество. Достойно представив нашу страну на престижном конкурсе, наши юные дарования привезли с собой на родину достойные награды – 5 золотых медалей. Ученица детской школы музыки и искусства номер 2 Кибрайского района Ташкентской области в номинации «Исполнительское искусство» фортепиано Расмина Расулова и Хафиза Таирова разделили почетное первое место. Также высокое мастерство в хореографии показала Диора Тургунова и Сарвинос Ургунова. И здесь тоже первое место. Золотую медаль завоевал и наш танцевальный дуэт, продемонстрировав блестящий профессиональный уровень и своеобразие национальной танцевальной школы. Сегодня победителей торжественно встретили в международном аэропорту Ташкента.